двери, которая живет в лесу. Мы никого не нашли. Давайте посмотрим, кто тут живет. Сейчас мы посмотрим, кто живет в этом лесу. Он любит есть мед и малину. Тут живет маленький щенок. Животные, все они живут в лесу. Мишка, лисичка, зайка, енот. Если хотите еще много узнать разных животных, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.